Так, школьник, какую мы канцелярию, какие канцтовары мы накупили? Очень красивый. Ой, вывалилось. Я думала, что мы купили один черный картон. Вау, посмотрите, какие красивые карандашики. Очаровательные закладочки. Теперь самое такое красивое, что мне вообще понравилось. Всем привет, ребята! Сегодня я вам наконец-то покажу, что же мы купили к школе. Какую мы канцелярию, какие канцтовары мы накупили. Ну, а если вам интересно, не забудьте в описании нажать на колокольчик и поставить лайк. Ждите больше интересных роликов. Ну, а мы начинаем. Кстати, вы посмотрели мой прошлый ролик, ну, который был за этим видео. Если не посмотрели, вот ссылка. Начинаем смотреть мою канцелярию. Не надо, сейчас сама все покажу. Первое, это мы взяли, сейчас начну с обложек. Вот такие вот две очень яркие, красивые неоновые обложки. Дальше, вот такие вот комплект обложек. Типа, знаете, на альбомы есть труды, а к ним такие вот альбомы большие, типа размера вот такого А4. Ну, чтобы было удобно. Дальше. Следующий у нас картон и цветная бумага. Ну, короче, все творческое сейчас. Вот такой мы взяли картон. Это же картон? Да, какой-то глянцевый картон. Я не поняла, что тут. А, ой. Ой, вывалилось. Я думала, что мы купили один черный картон. Дальше. Желтый, оранжевый, ну и так далее. Думаю, это будет уже неинтересно. Следующее. На картинку можете не обращать внимания. Это я сейчас вот так. Нет, не надо. Вот есть вот такая цветная бумага. Она, кстати, очень удобная. Окей, давайте сейчас вам покажу. Вот. Типа... Ой, мне кажется, разорвалась. Типа, знаете, такие цвета, которые удобные? А, тут... По два цвета каждого, ну, чтобы, типа, было удобно. Следующее, это я вам покажу. Хотя не буду говорить следующее, еще вы все знаете. Так, это я сейчас уберу. Теперь самое такое красивое, что мне вообще понравилось. Это тетрадочки. Всем буду их показывать. Мы набрали столько красивых тетрадочек. Кстати, тут есть еще одна. Ну, потому что мне эти очень понравились, такие с конфетками. Дальше есть девочка, которая завязывает свои ноги какими-то ботинками цветочными. Лимоны, очень даже яркая. Как будто флаг Украины. Она же похожа? Да, небо и поле. Зонтики. Это что это такое? Это травелинг. Это что такое? Путешествие. В общем, а там лица нужны, хотя она, я ее все знаю, так что она не пригодится. Это в клеточку, потому что тут есть таблица умножения. Дальше вот такая девка. Девочка. Вот такие вот звездочки. А теперь мы переходим к фломастерам, карандашам и всяким точилкам. Все, отодвигайся. Очень красивые карандаши. Сколько стоили, мам? Много. Много. Такие 4 штуки карандашей. Оп. Вау, посмотрите, какие красивые карандашики. Смотрите, как они блестят. Кстати, это можно использовать как пенал, потому что, посмотрите, какая здесь есть резиночка. Но я думаю, никто не будет это использовать как пенал. Вот. Кстати, какие вам больше нравятся карандаши? Мне, например, нравятся вот такие. Как они в кружочек? Горошинку. Дальше. Такие классные, очаровательные закладочки. Так. Ой. Вот. Такие тут глазки. Тут надпись Hello. Ну, Hello. Да, дальше глазки. Подмигующие глазки есть. Обычные глазки. И, в принципе, больше глазок нету. Я это распаковывать не буду. Ну, как не буду. Могу достать один. Не поняла. О! Пальцы! Ладно. О! Ой, чуть мусор не кинула. Так. Все, самое красивое я ставлю на потом.
Дальше обычный клей ПВА, кстати, для слаймов пойдет, но я больше слайма не делаю, потому что маме это не нравится. После того, как обычный, знаете, такая слизь зеленая, лизун, ну, как-то приляпался к ковру, это вообще был трэш. А, маркеры для яркого рисования. Так, что тут следующее? А, закладка, которая у меня была в прошлом году. А, тут еще, кстати, есть такая вот. Мы взяли две закладки. Сейчас покажу. Ну, куда же без этого? Так. Ладно. О! Тут, короче, есть такая вот хохластик. Вот такой вот серенький. Я помню, как у меня в школе развалился, и остались просто нитки. Тут еще вот такой вот листик красивый. Кстати, я раньше игралась на пельмени, типа это коса. Вот типа тетя какая-то, а это сзади ее коса на цепочке. Угу, конечно. На самом деле мама, кстати, смеется за кадром, потому что... Как будто на детском канале каком-то. Типа такая ля-ля-ля-ля-ля. Угу, конечно. На самом деле это просто интересные закладки. Ну, как интересные. Которые у меня просто были в прошлом году. Коротко и ясно. Все. И они были удобные. Да. Так, дальше. Я просто обожаю гелевые ручки, мне ими очень удобно рисовать. Вот такие вот гелевые ручки. Ой, какое рисовать, писать. Самые простые гелевые ручки реально удобные, которые у меня почерк реально, ну, меняется. Дальше. Это такой кактус. Ой, надо снять это. Да ладно. В принципе, мне все равно. Вот такой просто кактус. О, который пишет тоже гелевый. Кстати, в нем можно менять стержень. Ой, а что она какая-то белая? Ну ладно, в принципе, гелевые ручки не заканчиваются быстро. Это и так понятно, потому что я им часто просто пишу. Ну ладно. Дальше, такая ручка тоже удобная, но она не гелевая. Знаете, типа, такая вот ручка с такой мягкой подложкой. Подложкой. Дальше, клей-карандаш. Еще один клей-карандаш. И еще один клей-карандаш. Еще один клей. Полным-полно клеев. Карандашики. Они, кстати, удобные. Я их проверяла. Можете посмотреть все в прошлом видео. Типа, вот такие для рисования. А еще в этом комплекте... где там она? Не поняла, где это? Короче, можно посмотреть по картинке. Тут есть кисточка. Я не знаю, почему ее тут положили, типа, для рисования. Вот такая точилка, удобная, кстати. Ну, ой, а что она так открывается? Может, все вывалится. Есть для тонких карандашов и для тонких. Та-дам! Вот такой вот красивый пенальчик, пандочка. Я выбрала пандочку. Потому что у нее вообще ноль панд. Еще был такой пушистый пенал с куалой. Я тут мотнулась еще за своим одним пеналом. Я буду использовать в школе вот такой вот. Где он? Ай. Вот такой вот розовый пенальчик. Так вот какие-то вот эти лохмотья выросли. Ну вот эти. Буду использовать такой розовый. И вот такой новенький пандочек. Следующее это вот такой вот пластилинчик. 12x, 12 листочков. Ой, пластилинчиков. Это яркий пластилин, у него очень яркие цвета. Я могу показать. Не знаю, показывать нет. Не знаю, покажу. Что уже? Так, надо его теперь открыть. Теперь достаем. Вот. Ну, я не могу его отрывать. Потому... О, кстати. Я не могу его оторвать, потому что тут на нем какая-то... А! Скотчик. Дальше тут вот такие вот красочки. Вот, такие вот, тут много цветов. Ну, как много? Сколько? Раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 18 цветов. А, так тут же написано 18 кулярий. Ну ладно, не будет снять время. Вот такой вот очень красивый блокнотик. Еле упросила мама. Пахнет Липтоном. Я не знаю почему. Внутри вот такие вот. Ой,
листики. Белые удобные для рисования. И тут 96 листов. Так. Теперь фломастеры. Вот такой пингвин. Уточка. Ну, уточка. Вот такие фломастеры красивые. Ну, в принципе, это ничего красивого, просто упаковка красивая. А фломастеры обычные. Теперь я вам хочу показать ластики, которые мне очень сильно понравились. Вот такой вот ластик пончик. Он такой классный. А пахнет як. О, кстати, смотрите, я сняла этот пончик. Смотрите, видите, какие-то пимпочки на нем. Видно? Какие-то маленькие такие. Так, ладно, сейчас я это прикреплю назад. И покажу еще два ластика. О, все, наконец-то. Так, я, наверное, сейчас покажу ластик, который меня, ну, так, просто заинтересовал. Ой, вот такой ластик меня заинтересовал. Я вообще сначала подумала, что это не ластик, но написано тут какое-то юми или гуми. Что-то из этого. Ну, просто это... А, можно вот так? О, да, можно вот так. Юми-гуми. Вот. О! Не, пахнет невкусно. Ну, в принципе, он... Ой, ну, нормальный такой, красивый, такой розовенький. И такой привлекательный. Но больше меня привлек этот. Вау, посмотрите, какой как будто настоящий кекс. А, хочется съесть. Ну ладно. Ой. Дальше у нас идет вот такая вот подставка для книжки. Я еще не разобралась, как она собирается. У меня есть подставка, она постоянно падает, а здесь вот такие вот фиксаторы. Вот, тут нам можно зафиксировать. О, вот! Тут вот есть такие штуки, а что если поставить на самую маленькую? Пробуем. Вот, поставила. Ну, нет. Я, наверное, всегда буду ставить, ну, на первую, вторую или третью. Ну, вообще, на вторую. Вот, вот так вот. В принципе, удобно. Дальше у меня тут осталось совсем чуть-чуть. Это такой корректор. Ой, ну и вот такой корректор. Корректор, кисточка. Типа, красить ногти. Надо будет попробовать. Интересно, у меня ногти испортятся или нет. Закрывайся уже. Вот такой корректор. Надавливаешь. Ну, вот, вот сюда вот. И пишешь. Ребята, в общем, я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик и поставить лайк. Всем пока. А я пошла раскладывать это все по ящикам.